Добрый день, с вами я, Александр Демидович. Сегодня 18 июня 2018 года. Я нахожусь на улице Патриарха Мстислава. Переименованная улица с улицы Карла Либкнехта. Но вот в чем, что меня сюда привело. Я не нашел здесь табличек о переименовании. В двух только местах переименовано. То есть на школе номер 8 и на заводе Светанок. Больше нигде переименования не видно. Никто не обеспокоен. Ни городские власти, ни городской совет. Никто никаким образом никаких мер не принимает. Переименована ли эта улица? На бумаге? Да. И давайте не будем удивляться, что во всемирной сети в большинстве случаев улица так остается и называться на картах Карла Либкнехта. Ну, вот такая вот ситуация. Но здесь я еще кое-что нашел. Чуть позже я поставлю репортаж. Всем хорошего настроения.